Воспитанницы детского образцового ансамбля «Сударушка» готовятся к своему выходу на сцену. К фольклорному фестивалю «Радуга» девочки готовились долго и попали на гала-концерт мероприятия. Мы чуть волновались, готовились мы несколько месяцев, но у нас все равно одна девочка, когда мы носим, она солнцем немного потупливает. Месяца полтора. Фольклорный фестиваль «Радуга» начался с выставки «Кладовая ремесел». Здесь участники представили свои работы в разных видах прикладного творчества. Всего в фестивале приняли участие более 300 детей от 7 до 18 лет со всех поселений Мирнинского района. Участие в этом фестивале у каждого творческого ребенка и у руководителей ребят дает какие-то новые творческие планы, новые какие-то высоты ставит перед ними, которые потом они стараются завоевать. Участники фестиваля представили свои номера в разных жанрах фольклора. Здесь ребята представили не только якутский и русский фольклор, но всех народов, которые проживают в Алмазном крае. Все выступили очень достойно и... Никто неплохо. Ну, у всех очень хорошо получилось. Все победители фестиваля фольклора «Радуга» получили заслуженные награды. Теперь талантливые дети Алмазного края встретятся еще через 2 года, чтобы определить лучших. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».